Научить так, чтобы было у кого потом учиться. На уроках информатики крылатые фразы звучат особенно актуально. И по этому принципу строит свою работу Андрей Сметанников. Он преподает IT-технологии в медико-техническом лицее. А в канун Дня учителя награжден нагрудным знаком почетный работник общего образования России. Хотелось бы идти этим путем и чтобы полезное что-то принести в головы, в души, в своих учеников. Торжественное собрание ко Дню учителя в Самаре прошло с послевкусием только что завершившегося всероссийского конкурса. Городскому педагогическому сообществу еще только предстоит оценить все плюсы того, что именно здесь проходил финал учителя года. Самарская система образования достойно показала себя, и это оценили в высшем руководстве страны. На следующий год мы планируем подать заявки на строительство новых школ в городе Самара. 5 проектов, которые могут претендовать на реализацию за счет средств федерального бюджета. Задача стоит стратегической важности. Нужно продолжить традиции освоения космоса. Ведь именно Самаре выпала миссия покорения внеземного пространства. Мы сейчас очень много делаем для того, чтобы вот этот статус космической столицы поддержать и в глазах, и в сознании родителей, и школьников. Потому что действительно целый ряд мероприятий направлен на то, чтобы дети еще раз проявили бы интерес к инженерным профессиям. А успех в итоге зависит от того, кто скромно и профессионально делает свое дело. И каждый год 5 октября отмечает профессиональный праздник. Вы блестящий учитель, запомните это. И у вас бесподобные ученики. Олег Зверев, Константин Головин. События.